название нашего вечера такое. Игорь Федоров и др. Др – это понятно, что др – день рождения. Но это, конечно же, где др – день рождения, то и др – это друзья. И другие. Ну и другие. Ну, в общем-то, я думаю, что нет, другие мои сюда не пришли, нет? Нет. Вытащи маленько микрофон. О, специалист. Я за тебя вопрос. Спасибо. Да. Значит, ну мы начинаем наш концерт. Ну, со мной разговаривай. Нормально, да. Ну, в общем, концерт начинаем. И первый номер нашего. То есть зачинщики. Только с конца до начала, да? Группа «Беспечный оркестр». Александр. Михаил. Кто-то еще? Александр. Я думаю, сказка, мне кажется, нормально же прозвучала. Ну, значит, Саша, да, естественно, ну, само собой, мне 54 года, 54 года, представляете, мне 54 года. Да ужас какой. Он просто уже никаких не лезет, да. Вот, и слава богу, что мама моя здравствует, и, ну, как-то более-менее в эти годы тоже свои здравствует, и... Ну, жива, слава богу. В общем, и все такое. Это песня на мои стихи про маму-крановщицу. Но на суржике ее исполнит Александр Ильич. Ой, так я люблю. Это Федоров считает, что это суржик. Он других слов не знает. Например, он не знает, что есть такое слово «украинский язык». Это все-таки суржик. Не будем, значит, здесь мы дискутировать на эту тему.